Эй, йоу, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка. Я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайки, поделись с друзьями, все такое, и, в общем-то, вот там потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это потерянный эпизод фиксиков. Этот потерянный эпизод был очень жуткий, я очень сильно боялся о нем тебе рассказать, но все же я решился. Эту серию мне прислал мой подписчик ВК в мою личку, куда и ты можешь присылать свои видео. Я прочитаю и проведу анализы, настоящие это потерянные эпизоды или же нет. Серия началась с того, что Нолик просит Дим Димыча раскрыть киндер-сюрприз, чтобы увидеть, что там за игрушка. Но Дим Димыч сказал, что утром, и они договорились, что они не будут его трогать. Но как только Дим Димыч вышел, Нолик сразу же полетел к тому киндеру, чтобы открыть его. Но его заметили Симка и Верта. Нолик начал оправдываться. Девочки сказали, что так делать нельзя. Они начали спорить, и яйцо случайно полетело в гору и разбилось. Нолик все время говорил, что он плохой друг, но девочки придумали план, чтобы переплавить яйцо и сделать его заново. Но перед этим они посмотрели сюрприз в яйце. Там была елка, и они быстро засунули ее назад и положили в шоколад, и больше никаких следов уже не было. Все были довольны. Наступило утро. Дим Димыч пришел на кухню. Он хотел поскорее открыть киндер и посмотреть, что в нем. Верта и Симка подбивали его, чтобы он открыл, и он повелся на их провокации и открыл его. Но оттуда выскочил Нолик. Он был не радый. Он сказал, что этой ночью он все время думал о том, что сделал. Он недостойный друг Дим Димычу. И он сказал, что он уйдет навсегда. Все его пытались остановить, но Нолик никого не слушал и ушел. Ночью родители Дим Димыча увидели убитого их малыша. Они думали, что это были убийцы, но на самом деле это был Нолик. Ему было стыдно перед Дим Димычем, и он не нашел ничего лучше, как его убить. Это был конец. На этом все. С тобой был Сергионис. Поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также, расскажи об этом видео своим друзьям. Они будут испуганы, не смогут спать ночью, а ты будешь над ними смеяться. И помни, это всего лишь мое воображение.